27 мая – профессиональный праздник библиотекарей. Все о проектах самарских библиотек смотрите в эфире программы «Город С. 18.15». Гости в студии – Елена Манасырова, заместитель директора Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, Людмила Яблонко, главный библиотекарь библиотеки номер 23, Татьяна Жирнова, заместитель директора Самарской публичной библиотеки, Алексей Шибуев, главный библиотекарь централизованной системы детских библиотек города Самара.